Hello, boys and girls. Hello, dear parents. Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте, родители. Module 1. My family. Модуль 1. Моя семья. Lesson 7. Our world. Урок 7. Наш мир. Today we'll learn new sounds, review words and phrases on the topic colors, and speak about your favorite color and your favorite character. Сегодня мы познакомимся с новыми звуками, повторим слова и выражения по теме цвета и поговорим о вашем любимом цвете и персонаже известных сказок и мультфильмов. Now, let's begin. Итак, начинаем. Let's review the sounds. Давайте повторим звуки с прошлого урока. О. 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 А. А. Ар. Ар. Б. Б. Окей. Good. Now, new sounds. А теперь новые звуки. Этот английский звук произносится как русский звук «р». Кончик языка поднимаем к задней части альвеол. Мы знаем, что альвеолы – это бугорки над верхними зубами. И при этом язык не двигается и не вибрирует. Так, поднимаем кончик язычка. И стараемся не вибрировать языком, когда мы произносим звук «р». Попробуйте. For example, например, rain, very, merry, reason, repeat. Повторите. Rain, very, merry, reason. Окей, good. Этот звук произносится как русский звук «ш». «Ш». For example, например, ship, bishop, shark, fish, repeat. Повторите. Ship, bishop, shark, fish. Этот английский звук произносится как русский звук «н». 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 For example, например, name, nut, bin, pony, repeat. Name, nut, bin, pony. Этот английский звук произносится как русский звук «п» с придыханием. «П». «П». For example, например, park, pin, apple, shop. Repeat. Повторите. Park, pin, apple, shop. Good. Этот английский звук специфический. Такого звука в русском языке нет. Чтобы его произнести, надо кончик язычка положить между зубками и слегка его прижать. Дети, положите язычок между зубками, прижмите его слегка. И в таком положении произнесите русский звук «с». Губы не должны касаться язычка. Язычок расположен строго между зубками. Посмотрите, какой звук у вас получится. «С». «С». Он похож своим произношением на этот звук. Но
этот звук у нас звонкий. З. З. А этот звук, дети, у нас глухой. С. С. Давайте потренируемся. Thick. Thing. Repeat after me. Повторите за мной. Thick. Thin. Good. Now let's practice. А теперь давайте еще раз попрактикуемся со звуком «с». Посмотрите на предложение. Саша съел весь суп, суп сегодня не соленый. Давайте мы русский звук «с» уберем и вместо него подставим английский звук «с». И вот именно с этим звуком мы сейчас с вами произнесем эти предложения. Repeat. Повторите. Саша съел весь суп. Суп сегодня не соленый. Good. А теперь давайте попробуем сказать это побыстрее. Repeat. Повторите. Саша съел весь суп. Суп сегодня не соленый. Вы можете поставить видео на паузу и сами еще раз прочитать эти скороговорки с английским звуком «с». Now let's review the sounds. Р. Р. С. С. Ш. Ш. Н. Н. П. П. Good. Молодцы. Now let's read. Rock. Shop. Pot. Thought. Язычок между зубками. Thought. Short. Gun. Nut. Run. Sharp. Park. Th. Язычок между зубками. Thick. Thin. Bush. Should. Root. Now let's read again. А теперь давайте еще раз почитаем. Rock. Shop. Pot. Thought. Short. Gun. Nut. Run. Sharp. Park. Thick. Thin. Bush. Should. Root. Good. Now stop the video and read it again. А теперь поставьте видео на паузу и прочитайте это еще раз сами. Now let's learn new words and phrases. А теперь давайте выучим новые слова и фразы. What's? Какой? Your? Твой? Favorite? Любимый? Favorite? Любимый? Color? Цвет? What's your favorite color? Какой твой любимый цвет? My, мой, favorite, любимый, color, цвет, is, repeat. What's your favorite color? My favorite color is yellow. My favorite color is yellow.
What's your favorite color? Repeat. My favorite color is blue. What's your favorite color? My favorite color is purple. What's your favorite color? My favorite color is green. What's your favorite color? My favorite color is red. Now, children, answer my question. А теперь, дети, ответьте на мой вопрос. What's your favorite color? А какой ваш любимый цвет? Okay, good. Who is this? This is Masha. My favorite character is Masha. Мой favorite, любимый character, персонаж. Мой любимый персонаж Маша. Repeat, please. Повторите, пожалуйста. My favorite character. Character. My favorite character is Masha. Мой любимый персонаж Маша. Now, answer my question. Who is this? This is Minion Dave. My favorite character is Minion Dave. Who is this? This is Shrek. My favorite character is Shrek. Who is this? This is Olaf. My favorite character is Olaf. Who is this? This is Crash. My favorite character is Crash. Now, children, answer my question. А теперь, дети, ответьте на мой вопрос. Who is your favorite character? А кто ваш любимый персонаж? Now, children, open your pupils' books at page 12, exercise 1. Listen and point. Прослушай и укажи. Listen, children. 1. This is Winnie the Pooh, my favorite character. This is Winnie the Pooh, my favorite character. This one, Winnie the Pooh. 2. This is Superman, my favorite character. This is Superman, my favorite character. Superman. 3. This is Tasha Bala, my favorite character. This is Tasha Bala, my favorite character. Good. Now, children, exercise 2 on page 13 in your pupils book. А теперь, дети, упражнение второе на странице 13 ваших учебников. Look at the picture. Посмотрите на картинку. And sing the mixing colors song. И пропойте песенку о том, как смешиваются цвета. Но прежде чем мы послушаем песню, я хочу обратить ваше внимание на одну фразу. Фраза произносится вот так.
What do you get? Что ты получаешь? What do you get? Что ты получаешь? Запомнили дети эту фразу? Окей, а теперь слушаем эту песенку. Слушаем и смотрим на экран, как смешиваются цвета. Red and yellow, yellow and red. What do you get? What do you get? Orange. Blue and yellow, yellow and blue. What do you get? What do you get? Green. Red and blue, blue and red. What do you get? What do you get? Purple. Now, children, let's watch this song and sing it together. Let's sing. Red and yellow, yellow and red. What do you get? What do you get? Orange. Blue and yellow, yellow and blue. What do you get? What do you get? Green. Red and blue, blue and red. What do you get? What do you get? Purple. Red and yellow, yellow and red. What do you get? What do you get? Orange. Blue and yellow, yellow and blue. What do you get? What do you get? Green. Red and blue, blue and red. What do you get? What do you get? Purple. Now, exercise 3, page 13. А теперь давайте выполним упражнение 3 на странице 13. Look at the picture. Посмотрите на картинку, дети. Что нам нужно сделать? Правильно, нам нужно закрасить эти пятнышки, чтобы у нас при смешивании этих цветов получились те цвета, которые должны получиться. Now, let's complete. Давайте дополним. Listen, please. Red and yellow. Yellow and red. What do you get? Orange. Okay, red and yellow. We get orange. Next. Blue and yellow. Yellow and blue. What do you get? Green. Okay, yellow and blue, we get green. Red and blue. Blue and red. What do you get? Purple. Red and blue, we get purple. Okay, children. Good. Now, children, open your activity books. А теперь, дети, откройте вашу рабочую тетрадь. Exercise 4, page 23. Упражнение 4 на страничке 23. What's next? Find the stickers. Что идет дальше? Найдите стикеры. Дети, в конце рабочей тетради у вас есть стикеры. Найдите, пожалуйста, стикеры, которые относятся к этому модулю, и вам нужно будет их наклеить. Посмотрите, как вы это будете делать. Red, blue.
red, blue. Красный-синий, красный-синий. Логически. Ну-ка подумайте, дети, какой должен быть следующий цвет? Конечно, красный. Red, blue. Остальное задание, дети, вы сделаете сами. Только обязательно посмотрите, какая логическая цепочка у вас идет, чтобы ее потом продолжить. Now, exercise 5. Color, say. Упражнение 5. Раскрась и скажи. Выбери свой любимый цвет. Color, раскрась звездочку и скажи. My favorite color is green. Вы выбираете свой любимый цвет. У вас может быть даже несколько цветов. Все зависит от того, какие вы любите цвета. Do this exercise yourselves. Делайте это упражнение сами. Сегодня мы с вами познакомились с новыми звуками. Р, Ф, Ш, Н, П. And learned new words. И познакомились с новыми словами. My favorite color is. Мой любимый цвет. My favorite character is. Мой любимый персонаж. This is Winnie the Pooh, my favorite character. Это Винни-Пух, мой любимый персонаж. What do you get? Что ты получаешь? The lesson is over. Have a nice day. Goodbye.